Экстремальные холода пришли в Москву. Днем минус 22-23 градуса, а ночью температура падает до 25. В Подмосковье еще холоднее. По словам синоптиков, такая температура ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Впрочем, москвичи все равно выходят на прогулки. Некоторым холодно, а кто-то радуется морозом. Это январь, это зимний месяц. Почему должно быть холодно? В России это не холодно. Да. Мечта. Почему? Ну, и мне нравится. Мороз, ну то, что должно и быть. Погода прям супер. А щеки сковывает. Здорово. Праздничное. Новогоднее. Солнечное. Самое главное. Ужасно. Хочется тепла. Холодно, очень холодно. Очень холодно. Холодно, но вот это дух Нового года, он согревает. Поэтому, в принципе, можно спокойно гулять, потому что много народу, все гуляют, все радуются 24-му году, поэтому никакой холод нам не помешает. Синоптики обещают 20-градусные морозы и в Рождество, а потом потеплеет до минус 10-15 градусов.